Минувший сезон получился для «Северстали» лучшим с 2013 года. Шестое место в западной конференции, общие 12-13 места в КХЛ. Достойная игра в плей-офф. Аргументы в пользу удовлетворительной оценки проделанной работы довольно веские. В целом сезон нам понравился. Удачный. По крайней мере для хоккейного клуба «Северсталь» в целом. Да, он был сложный, пандемийные дела. Задачу мы выполнили, даже можно сказать перевыполнили. Все команды, там, «Северсталь», «Алмаз» и «Металлург» вышли в плей-офф. Теперь уже мысли о будущем сезоне. Ранее уже было объявлено о подписании с главным тренером команды Андреем Разиным нового контракта на 2 сезона. Как и в этом году, он продолжит совмещать эту должность с работой генерального менеджера, то есть заниматься подбором игроков. Что касается его нового договора, то его начали обсуждать задолго до конца чемпионата. Первый разговор о новом контракте, я думаю, что был уже где-то в декабре. Вот, но я просил, чтобы ответ дать и окончательнее именно вот после сезона. Вот, и сезон закончился. Точки над «и» расставили, все, идем дальше. В «Северстали» планируют сохранить около 80% сегодняшнего состава. Защитник Владислав Провальнев покидает клуб, уезжает за океан. За других лидеров команды еще предстоит побороться, так как многие из них провели свои лучшие сезоны в карьере. Интерес к ним со стороны других клубов есть. Предложения о продлении контрактов уже сделаны обоим вратарям – Владиславу Подъепольскому и Дмитрию Шугаеву. Есть те, у кого контракт действует еще год, а кто-то уже подписал новое соглашение с «Северсталью». Действующий Вовченко, Тихонов, Макеев, вот подписал Хабаров. Думбадзе. Да, вот эти хоккеисты уже с нами. Ведутся и переговоры с другими хоккеистами. Также составляется план подготовки к новому сезону. Бюджет у клуба остается прежним. Активно в «Северстали» ищут двух центральных нападающих, прежде всего за границей. Команда должна выйти из отпуска 15 июля. «Северсталь» под руководством Разина собирается штурмовать новую высоту. Владимир Сентябрев, новости.